было давным-давно, правда. Мы еще были молоды, я еще был худой. Как Данила Поперечный. Да. Как Бузова. Давай вот просто, просто эти фамилии будем говорить все время. Вот, Бузова. Так вот, в клубе «Гараж» там все бухали, 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 бухали. И вот уже под утро ко мне подходит Тимур и говорит: «Слушай, мне предложили таблетку». Я говорю: «Батр, я уже пьяный, нет». Он говорит: «Я тоже не буду». Я начинаю подниматься там из гаража, прям, ну, это такая лестница была наверх. Я поднимаюсь, уже уезжать, подбегает ко мне Таш и говорит: «Слушай, там с Батром что-то... что-то не то». Я говорю: «В смысле?» «Ну, надо ему помочь, потому что он не понимает, где он, кто он». Я спускаюсь и понимаю, что все случилось. Ну, там просто вот, ну нету Тимура, а есть какой-то инопланетянин просто сидит, который «а». То есть у него речевой аппарат все не работает. Ну, ладно, я поднимаю его, мы выходим наверх, и стоит такси. А надо сказать, что наша дружба была в зачаточном состоянии. Я не знал, где он живет, где живет Тимур. И сажаемся Тимура на такси, он садится, и таксист говорит: «Куда ехать?» Я говорю: «Батер. Ты где живешь?» Он говорит: «Ни больше, ни меньше». Я говорю, что? Он говорит: «ДОМ. ДОМ. Ни больше, ни меньше». Дом, ДОМ. ДОМ, дом. Я говорю: «Батер, где дом? Он говорит: «Оленегорск». «Оленегорск». Водитель говорит: «Оленегорская?» «Нет, какая Оленегорская? Такой улицы нет, блядь, что вы говорите? Оленегорская». «Батер, где это живет?» «ДОМ, ДОМ, ДОМ». Ни больше, дом, ДОМ, ни больше, ни меньше, дом. Пересадил Батра на заднее сиденье, и мы поехали ко мне домой. И вот этот водитель, с которым мы ехали, оказался очень странным человеком. Батра вырубился через 2 минуты просто на заднем сиденье. И мы едем в тишине какое-то время. Даже радио не работало. Слышно, как сопит Батруха, знаете, и водитель: «Вот ты говоришь, менты, пидорас». Классика. Он разговаривал всю дорогу. Все рассказывал, все было плохо. Дороги плохие, все плохо. Это плохо, все плохо, это все плохо. Я говорю: «Слушай, вы можете заехать в Макдональдс? Я сегодня не завтракал». Он говорит: «Да, Макдональдс, блядь, понатыкали, сука. Понатыкали везде, нахуй. Не проехать, не пройти. Раньше можно было ехать». Подъезжаем, открывается утренний сонный вот этот работник Макдональдс с буквой «М» Макдональдс. «Здравствуйте, что будете заказывать?» Он говорит: «Вот ты скажи мне, нахуя вам обеденный перерыв? А?» Он: «А? Что?» Он говорит: «Что вы там делаете на этом обеденном перерыве? Что вы там делаете? А? Что вы? Вы же можете есть всегда. Зачем вам обеденный перерыв? У вас еда везде». Он: «Мужчина, я не понимаю». Я говорю: «Подожди, поехали, давайте уезжать отсюда, все». И мы уезжаем и заезжаем, значит, уже в Марьино. Он всю дорогу разговаривал, у меня уже болит голова. И, короче, подъезжаем в Марьино. И он: «Все, это плохо, это Марьино, блядь, Марьино, сука, что сделали с моим Марьино? Это все». И какая-то женщина идет гулять с собакой. Ну, раннее утро. Она гуляет с собакой. Он говорит: «Вот смотри, сука, что творит!» Подъезжает, открывает вот так окно. Я говорю: «А? Что?» Он говорит: «Эй! Старуха!» Она: «А? А? Я? Ты? Это кто?» «Это моя собака». Он говорит: «Это кокер-спаниель, с ней надо гулять. В 11, в 7 и в 12. Это охотничья собака, понимаешь?» Она: «Да пошел ты нахуй!» И он так закрывает, говорит: «Ненавижу некультурных людей». И поехали. Поэтому если у нас сейчас тут смотрят каким-то образом, или его сын, может, не знаю. Большой вам привет. Я помню вас. Like a train comes in, come and in, like a locomotive, and in, like a train comes in, come and in, like a locomotive, and in, like a train comes in, come 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 and in,